Первое условие нашего тренинга – полнейшая конфиденциальность. Начнем? Я ненавидела своего отца и хотела ему смерть. Я убил свою жену. Я убил свою мать. Я брата убила своего. Заседание суда объявляю открытым. Премьера. Убили! Убили! Еще один покойник. Люди пачками врут. Да, найдено пока 15 жертв. И все это сделал один человек. Станислав Бондаренко и Екатерина Капанова. В мини-сериале «Смертельный тренинг». На телеканале «Новый мир».